Подведены итоги общественного обсуждения территории для благоустройства на 2021 год. Лидерами народного рейтинга стали 8 из 17 общественных пространств. Наибольшее число голосов набрал проект благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы». За реконструкцию этого места проголосовало более 1500 человек. За ним с небольшим отрывом идет площадь на улице Зари, 21, и парковая зона микрорайона «Муринские пруды». Напомним, что обсуждение объекта благоустройства проводилось в соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда», а также региональной программой «Формирование современной городской среды». В обсуждении, которое проходило с 1 по 30 ноября, приняли участие более 15 тысяч человек. Окончательное решение по вопросу благоустройства той или иной общественной территории тагильчане примут в ходе рейтингового голосования.